Время для нее идет вспять. Помолодевшая и похудевшая София Ротару удивила поклонников. София Ротару прилетела в Москву, чтобы принять участие в съемках новогоднего шоу. Запись, на которой она поет, опубликовал в Instagram концертный директор Сергей Лавров. Поклонники 70-летней певицы в комментариях к видео восхищаются ее внешностью и удивляются тому, насколько хорошо она выглядит. «Раньше я думал, что время для нее остановилось. Сейчас вижу, что нет. Для нее оно идет вспять. Еще больше помолодела, похудела, похорошела. Бесподобная и сногсшибательная София Михайловна. Да чего же хороша, еще лучше, чем в прошлом году. Слов нет. Шикарная женщина. Можно восхищаться бесконечно», – описали в комментариях поклонники Ротару.